эти шики. Возьмите, потому что мне к вам надо таскать. Чадики, мы полминутки постоим, пусть там проедут фучи вперед. Дигги, все еще тебе далеко. А где фучи? Фонарем еще панель? Панель, говорю, приборную. Подсвечиваю фонарем. Дигги, ты знаешь, как дворники выключить? Нет. У меня не работают они. EQ, если он про... А, дворники? Просто колёсико. Они с движком работают ещё. Что? А, действительно, заглуши двигатели, они перестанут работать. Заебись, а как ехать, блин? С ними. Ну что, колёсико? Наверное, датчик дождя работает, поэтому... Типа снег идет, короче, дворники работают, я понял. Поехали потихоньку. Только кучи желательно не обгонять. Они должны тебя ждать были на старте полминуты. В городе стреляют вроде нет? Просто проезжай мимо, Диги. У вас тачка бронирована, никто вам ничего не сделает. Так, тачка моя усаживает. Мы на метке высадки. РМ и стальная. Вот это у тебя прицел. Капец, да? Ждем вторую машину. Приезжаем. Да. Налево в лес заворачивай, Диги. Аккуратно, бьёшь на пути. Чё тормози. Ронежики доехали, нет? Штучки выдают. Жалко, что миссии, как обычно, темные, какие-то снежные. Неужели нельзя просто на вот обычную дневную миссию? Окей, пока играем тем, что есть рик, зашел, да? Красоту выдать, да. Обязательно должны быть такие сложности. Тогда план тот же. Софи и Рик, держитесь позади. Все. Остальные все сразу на ВП-1 двигаются вперед. Все в целом можем выдвигаться на ВП-1 наш. Ты медик? Соф? Ты медик? Да. А, окей. Не-не-не-не. Я медик, у меня палатки нет. А так да, есть что могу учить. Рони высадился. Кажется, нас спалили. Это далеко, Рони? А, на метке ГРУ, я понял. А-а-а. Давай, двигай к нам потихоньку. Давайте, на ВП-1 быстрее выходим, это же сорта еще откроют. Варвара! Кого? Принял. Подс...
гранате, на гранате. Потягивайтесь и сюда. Севернее старайтесь, заходите пока южнее. Живой. Так, Диби, иди на мои красные стабилитет. Блять, он умер. Серьезно? Да. А, у него кровь, у него нога была, он все оторвана. Его ранили, его ранили. Поставил. Рик. Валяй. На дороге, он чуть выше дороги. Ищите врага, ищите. По мне. Он наверху, где... По мне стреляет. Север. По тебе? Да. Я на актуальность. Шакет батаров. По мне труба, блядь. Южнее проходить. Своя труба? По мне труба, не знаю. Труба сзади была. Метку на северо-востоке, там на противника ставят. Это два отделения у нас рядом союзных, аккуратно метки. Ну это Панзерфаус стрелял. Да, и пушка тоже наша. Там... Рика, есть возможность проверить? Нет. Значит, убийцу ищите. Ну, актуально? Почти, да. Дорогу перешел. И сверху был. Убил. Умница. Есть возможность медиков вызвать? Я ходить вообще не могу. Нет, потому что медики все у каждого отделения. Наш умер, и палатки ни у кого нет. Тогда я не дойду, скорее всего. Шайтан, желтый крест. Будь здесь. Сейчас доползу. Шайтан, смотри, там к тебе медик должен подбегать, ищи его. Как у него никнейм? Енот. Дэр Енот. АРВ Енот, АРВ Енот. Да, вижу. Привет. Здорово. А у тебя палатка есть? Да, с собой. Слушай, у медика есть палатка. Отлично. Блять. Она в рюкзак кладется. Я там тоже сейчас приду, если у меня палатка. Сейчас еще туда наш один подойдет. Я не дойду. Да. Думали, что нет палатки. Оп. Все, да? Да, ты же. Ага, спасибо. Давай второго сюда же. Да, сейчас. Подходи на желтую метку, туда он тебя ждет. Я бегу. Я готов, если что. Мы готовы, что там пошли. Пошли на ВП-3 дальше все. Рон, живой? Нормально? Да. Впереди у нас союзники есть везде, я метки стараюсь обновлять, аккуратнее будет. Что-то посветлее, да, вроде стало, рассвело чуть. Да, конечно. Что-то время-то 3:30 ночи. Медик вот там был, на дороге, если вам нужен медик на 130, он еще там до сих пор. Ну бегите на 130. АРВ вроде как, Енот, или как у него никнейм там.
Давайте на ВП-6 очень аккуратно выходим, стараемся сильно не отсвечивать. С ВП-6 осматриваем район триггера и всю приближенную территорию, ищем цели, ставим метки. Роня сзади. Напрягал там. По мне. Не помогу, Ронь, помогу. Подожди, Ронь. Я помогу, Ронь, пару минут. Где-то оранжевая метка была. Я на оранжевой метке. Ровно с юга стреляю. Я видел персики этих. Поле есть метки актуальные, Натан? Только шило вижу на метке Тарантино. Шики. Меня разъебало. Тарантино. Наш. Есть в горе? Кто это говорит? Атлас. Нет. У него паре встречи противник вот на оружии. На гранате. Да, я посмотрю. На гранате. Убил его, танкист какой-то. Танкиста убил. У тебя на гранатах еще есть, да? Не знаю, сейчас смотрю. Рони жив? Да. Стрелял? Ты убил? Кто стрелял? Да, набил. Хорошо. Кто работает? Свои. Да, класс, все нормально. Мужики, там наши... начинают плавно штурмовать с юго-востока союзник. Так что в целом под шумок можно потихоньку пробовать что-то делать. Урони безопасно сейчас? Без шайтана мы не пройдем с Атлас. Шайтана запросите, пусть он стрекроет. Ну там впереди домики, грубо говоря. Ну а чтоб ты почекал, а мы попробуем пойти. Но вы не пройдете, пока сверху стоит. Рони живой? Да. Попробую по Г7 поднять. Поднимусь-ка ты будешь? Так у нас время заканчивается, так что потихоньку, не торопясь, нам нужно уже штурмовать и заходить. Что пробуйте, просачивать. Мне? Калаш стреляет. Походу, у нас рядом. На актуально. А я не понял, откуда он работал. Никого не убили? Где-то вдоль дороги дальше. Я видел, что он в забор по мне. Где-то на себе одиночный, предположительно. Да, согласен. Атлас, метку видишь? Шайтан. Да, не наблюдаю пока что противника. Дал метку, там танк Тишила стоит на северо-запад. Шайтан, ты же не двигался? Лёжа сделал одно движение. Понял. Шо, выстрелился. По тебе? Батыр. Блять, по батыру добиваю этого. Всё-таки в соседней будке кто-то, да? А.
бежал вдоль дороги на 60 в сторону триггера. Чувак. Не видно его. Атлас под ноги, смотри. Мины могут быть на входах. Убил этого вдоль дороги. Вдоль дороги. Блять, я не понимаю, это кусок. Что это, домик видишь? Повтори. Домики смотришь? Заводские? Завод, мы заходим. Дымы закидывают в триггер, можно пробовать проходить дальше. СВД стреляет. С дороги по мне. Там свои. Блять, откуда? Да с дороги со своей, блин. Пиздец мне. Живешь? Я на базе. Там за живой? СВД убил. Который по мне работал? Да, 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 да. Атлас, нам дальше. Красная херня. Южный триггер наш захватил. Южный триггер захвачен, северный. Максимально быстро, очень мало времени осталось. Сколько? 5 минут. Меньше 10 минут, быстрее. Северный или центральный? Северный, северный. И центральный тоже. Это кто? Шадиев. С северо-запада подъезжает вражеский танк. С северо-запада кто-то работает. Танк работает. Он меня накрывает.
какой из них живой-то, блядь? С рюкзаком? Сейчас попробую от танка избавиться, держитесь. Восточного танка. ПТФ на КВ, но мы же делаем действием и отделением. Южный триггер захвачен, если что. В курсе, мы его избрали даже, да. Бля, тут БМП еще живой у центрального триггера. Да, все. Так, все, попадали. Или время кончилось? Время кончилось.